Вот наш грачик. Спасибо тебе, дружище. Очень было приятно с тобой в поездке. Спасибо тебе за выдержанность, за такт. Таким, таким и оставайся. А вот наша Верочка. Вы тут за нее переживали сегодня. Ну, столько грибов набрала. Ну, молодцы. Вот у нас Ирина. Вот у нас молодежь. Александр. Мой ученик. В свое время я ему что-то там давал, не помню что. Какие-то уроки музыки. А вот Таня у нас. Спасибо, да.